тут большой толчок для молодежи будет. Для детей, для молодежи. У нас тем более вот спортклассы там есть. 98 спортсменов находятся на базе на «Жемчужине Сибири». Они будут приходить, смотреть. Ну, как вот рядом пробегает Саша Логинов, там Женя Гараничев. Как не покричать, легенды, не погудеть, не поболеть и так далее. Вот, все, автограф не взять. И, ну, я думаю, для всей России это большим толчком для молодежи будет. Тем более, вот сейчас мы приехали с Ижевска, уже 130 человек участвовало, детей, девчонок 130, ребят. Значит, кстати, Тюменская область выиграла общий зачет. Значит, ну, везде, вот «Пионерская правда», которая финал был в Ижевске по лыжным гонкам, 700 человек участвовало. То есть вот таким толчком послужило, что молодежь есть, и просто вот эту молодежь нужно поддержать, не потерять уже дальше, чтобы они двигались.